Ребята, если вы любите канал Луномосик, сейчас вы его полюбите еще больше, потому что мы решили сегодня собрать всех своих друзей и сыграть в игру кальмара в реальной жизни. Вы только представьте, сколько сил и времени мы потратили на подготовку этого ролика. Поддержите нас подпиской. Игра кальмара – это серия сложных испытаний, в каждом из которых кто-то из игроков будет выбывать. Победитель заберет главный приз 100 тысяч рублей. 100 тысяч? Ничего себе! Это классно же! Надо бороться за это! Я буду бороться! Все участники приглашаются пройти к первой игре. Что мы сейчас делаем? Эти квадратики, я вообще ничего не понимаю. Это очень страшно. Блин, ребята. Все, успокоились мы. Почему они подошли? Первое испытание. Все игроки по очереди прыгают по панелям. Панели могут быть верные или неверные. Если игрок нажимает на кнопку и слышит вот такой звук, он выбывает из игры. У игроков есть 10 минут на прохождение этого испытания. Кто не успеет, тот выбывает из игры. Испытание началось. Так, я ребят, а кто первый пойдет? Я точно не пойду. Короче, мы посовещались и решили, что ты первый пойдешь, да? Да. А что ты хочешь? Да, так что давай, начинай. Ну давай уже. Игрок 212 выбывает из игры. Это что? И уводит, ребят? Неправильно. Это неправильно, значит, квадратик не надо. Нужно тогда правый нужно выбирать. Второй пойдет. Я не знаю, мне страшно. Так, Дима, иди, ты не переживай, ты уже знаешь, что вот этот вот неверный. Про следующий ты не забыл. Ты удачный, давай. Ребят, поддержите меня так. Напишите комментарий, поставьте лайк. Не только за меня, а за всех, ребят. Да, обязательно. Давай уже, давай. Я тебя подтолкну. Раз, два, три. А дальше куда? Ну давай куда-нибудь уже прыгай. Налево, я тебе говорю, налево прыгай, я чувствую. Нет, направо. Спасибо, давай, правильно. Направо. Собрались совечки, без вас разберусь. Yes. Фух. Получается, кто-то следующий. Дима, кто-то молодец. Следующий, да. Кто ты? Чур не я. Давайте я, наверное. О, давай, молодец, да, я верю в тебя. У тебя по-любому получится. Первый. Дима, ты что стоишь? Давай иди тоже прыгай. Давай прыгай дальше. Направо прыгай. Встань, пожалуйста, не мешай. Если было две синих, то 100% оранжевые. А если они решили нас запутать, и может быть синяя? Ладно. Ну что вы там встали? Прыгайте дальше. Давайте уже быстрее. Давай, вот прыгай. Именно, Дим, все от тебя зависит. Такие умные. Не давите на меня, и так трудно. Так, если было две синих, то сейчас две оранжевых, точно. Света, давай! Как же мне везет сегодня! Да давайте быстрее уже! Влада, ты следующая! Ну, я вроде уже поняла. Тут дальше легкотня вообще, Влада, давай! Смотри за другими! Ребят, ну получается, мы по-любому все должны пройти, раз уже так много людей. Вы запомнили, на какие квадратики прыгать? Да, главное не забывать, я уже запомнила. Кто следующий? Ну давайте! Давайте дальше прыгайте! Да дайте подумать хотя бы чуть-чуть! Да прыгай давай, ведущий сказал 10 минут на выполнение этого задания! Хочешь вперед? Ладно. Слушай, если ты сейчас не прыгнешь, я пропрыгну и столкну тебя. Это что за угрозы пошли? Это я тебя столкну. Так, ну было два синих, два оранжевых, теперь опять два синих. Блин. Игрок 218 выбывает из игры. Блин, Диму забирают. Как так? Димон! Ты же у нас везучий. Да что, так нечестно.
Слушайте, ну мы точно пройдем, вот уже 100%. А Света не знаю. Я вообще-то все слышу. Давай, давай, блин, чувак, это легко, давай прыгай. Ну, давай. Прыгай, 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 прыгай. Ты вообще сюда зачем пришел? Иди назад. Игрок 408 выбывает из игры. Ну, дальше уже легко. Я следующий. Нет, я хочу следующий. Я поняла. Да, удачи, удачи. Желтый, синий, желтый, синий. Осталась одна минута. Быстрее, быстрее, мы же не успеем. Быстрее, пожалуйста. Мы не успеем, нифига. Света, давай быстрей. Ты не отвлекай меня. Светочка, миленькая, пожалуйста, сделай выбор. Прыгай быстрее на желтую, давай. Ага, умные все такие попались. Я сейчас провалюсь, а вы дальше пройдете. Будь что будет, я прыгаю на синюю. На желтую, на желтую прыгать! Ой, да не лучше его, на синюю! Желтая, желтая! Так на синюю или на желтую быстрее? На синюю! Да нет, на желтую! Так, все, стоп, 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 стоп! На синюю прыгай! На желтую! Мы прошли, молодцы все! Оставшиеся игроки приглашаются к испытанию номер 2. Игра «Тише едешь, дальше будешь». Когда я на вас смотрю, вы замираете и не двигаетесь. Кто шевельнется, выбывает из игры. Когда я отвернусь, вы идете. Кто пересечет финишную черту, тот останется в игре. Да это же вообще легкотня. Да, мы справимся, ты все нормально. Проще простого. Но передвигаться можно только на одной ноге. Что? На одной ноге. На одной ноге. Игрок 199 выбывает из игры. Игрок 240 выбывает из игры. Игрок 203 выбывает из игры. Да Света тоже шевелилась, но ребята! Фух, ребята, вы понимаете, мы прошли. А вы видели, сколько людей вышло? Оставшиеся игроки, ожидайте следующее испытание. Ну ладно, давайте ожидать. Давайте посидим. И сколько нам ожидать? Сядь и успокойся. Когда нас выпустят уже? Выбывшие на выход. На выход? Давай, давай, быстрее. Давай, первый. Сейчас. Давай, вылезай.
У вас есть шанс вернуться в игру. Есть шанс вернуться в игру. Отлично. И что делать? А куда? А в смысле? Это что такое? Ничего себе, тут роботы, оказывается, в игре кальмара есть. Не только эти охранники. Да девчонки, вы что не знаете? Это же робо-ап! Новинка от Ико! Новинка — это круто, но что он здесь делает? Ну, он умеет перевозить разные предметы. Ого. Вот, он что-то мне привез. Спасибо. Что это такое? Дим, ты же не знаешь, что там в коробке. Может, не надо ее открывать? Да ладно вам. Разве такой милый робо-ап можешь что-то привезти? Плохое. О, печенька. Смотрите, какая красивая. Это же сахарные соты. Нет, это печенька обычная. Да, обычная печенька. Наверняка вкусная. Блин, а дай мне, я такая голодная, пожалуйста. Да она вкусная, 100%. Ну, ладно, держи. Спасибо. А куда он поехал? А что, одна печенька на всех будет? Ну, как-то да, несправедливо. Но я самая голодная среди всех. Подождите, к правилу еще не объяснили. Ты сюда. Может, по правилам ее на всех надо поделить? О, смотрите. Еще печеньки. Фу, трудяга, аж две везет. Я же говорил, это крутой роба. О, это точно мне? Две а сразу. Нет, ну куда ты две берешь? Да в смысле? Он, может быть, еще всем принесет. А нечего расхватывать все тут. Может, он не принесет еще. Он еще и танцевать умеет. Так он же программируемый. Блин, интересно, а какое следующее вообще испытание будет? Сколько ждать еще? Так а погнали посмотрим. Да, давайте. Мы просто постоять. Ребят, может, нам лучше сесть, а? Да-да, давайте будем как сидели, так и будем сидеть. Да-да, дальше. Смотрите, ребят, у нас три печеньки, а нас шестеро. Давайте пополам поделим печеньки и поедим все. Правильно. Ну да, смысле, какое правильно? Мне одной печеньки не хватит. Тут еще делить на всех. Ну это же справедливо. Да ну вас! Фига себе! А я что, хуже, что ли? Ну ты хотя бы... А лучше жизни свои. Да вы че, ребят? Мы же должны быть заодно. Игру привез, это один. Угу. Чего это за беспредел? А вы, охранники, че стоите? Мне привезли печеньку, я поделился, а в итоге вообще без печеньки осталось. Че за игнор? Ведущий идет. Игроки, 199. Это я. 203. Это я. 408. Возвращаются в игру. Что? Так нечестно. Я им печеньку. Да нет, все по-честному, Дим. Но мы взяли печенье, первую съели, и получается... Мы в игре, Пока, неудачники. Нет, ну так не может быть. Мы должны петицию подписать. Жалобу к руководству обязательно. Пошлите, короче. Все, понял, понял. Сначала он. Забыли. А вот так вот мы вернулись, мы опять с вами. Вы же выбыли. А вот так вот магия. Мы думали, вы не вернетесь. А вам не говорили, какое следующее испытание? Ну, сказали по блату. Но нам сказали вам не говорить. Они еще и не за нас, ребята. Их подговорили, я уверен. Они с ними заодно. Фу, вы такими. Я вам доверять не буду. Да, ребят, мы заодно. Верьте нам, ну пожалуйста. Мы не за них. Даже сказать нечего. Все игроки приглашаются к следующему испытанию. Поняли, все приглашаются. Пойдемте, наверное, за ним. Канат? Это мы сейчас тянуть его будем? Ну, видимо, да. Перетягивание — это мой конек. Это испытание перетягивания каната.
разделитесь на две команды. Ну это понятно, как делиться-то? На сколько раз? Свет, я ты точно не со мной. Да смотри, Никиты, хочу. А Свет, я с тобой хочу. Да все по-честному, у нас один мальчик, у них один мальчик. Вот и поделились. Ну вроде тоже ничего, у нас тоже в команде мальчик есть. А я о чем говорю? Та из команд, которая разрушит стену из кубиков, выбывай из игры. Игроки, займите свои места. Все, Никита, давай вперед. Готовы? Да, подождите, подождите. Мы должны их выиграть обязательно. Никита, давай, на тебе вся ответственность. Давайте, 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 давайте. Давайте рывками. Ребята, мы сейчас проиграем. О, нет. Ай, 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 499, 408 выбывают из игры. Ну нет, ну не забирайте нас. Пожалуйста, давайте мы еще поиграем. Ну нет, нет, нет. Остальные приглашаются к следующему испытанию. Команда! Испытание «Найди нужный знак». Каждый из игроков по очереди лопает по три шарика. Тот, кто нашел знак, продолжает игру. Тот, кто нашел знак кальмара, выбывает из игры. Да откуда мы вообще знаем, где нормальные знаки, а где этот кальмар? Потому что вообще везде кальмары. Здесь только Но должно повезти. Мы просто будем лопать, типа как повезет. Никит, давай ты первый. Вот ты, пацан, ты начинай. Ладно, я вроде удачливый. Фиолетовый. Что за это? Пусто. Еще фиолетовый. Что там? Блин, тоже пусто. Голубой. Ну и что там? Все, теперь моя очередь. Давай лопай. Хочу вот этот вот красный. Что там? Блин, пусто. Вот, 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 Машка. Да, блин, пустая. Пусто. Давайте я. Вот этот оранжевый. Хоть бы кальмар. Пусто. Да блин, опять пусто. Давай третий. Где бумажка? Пожалуйста, я очень хочу фигуру. Пусто. Теперь твоя очередь. Блин. Бумажка? Пусто. Пусто. Дальше, дальше. Тоже пусто. Третий. Опять пусто. Слушайте, может, там вообще нет знаков? Да не может быть, игра в кальмара честная всегда. Давай. Нужен знак. Пусто. Где эти знаки? Пусто. Пожалуйста. Пусто, я, белый. Так. Да где эти знаки? Пусто. Так, подождите, сейчас интуицию подключу. Вот этот фиолетовый. Нет, вот этот хочу. Ребята, сами справляйтесь дальше. Я прошла. Ты следующая. Пусто. Пусто. Вот бы тут было. Пожалуйста. Пусто. Моя очередь. Никит, только не знак, пожалуйста. Мне нужен знак. Не найди. Мне нужен, пожалуйста. Пусто. Ребята, знак. Вот знак. Знак есть. Отлично. Ну все, у тебя нет шансов, мало шариков осталось. Сейчас я быстро найду знак. Ситуация более напряженная. Пусто. Подожди. Закончатся твои три попытки, я найду. Не найдешь. Вот этот. Знак. Да. Теперь я. Нет. Пусто. Это не знак. Пусто. Последняя попытка. Пусто. Да почему они все, что ли, пустые? Пустая. Знак, пожалуйста, знак. Пустая. Ну так, могу. Нашла знак. Теперь я прохожу. Сейчас, я тоже сейчас найду. Быстрее. Сейчас, я найду. Я найду обязательно. Нет. Тут нет. Я нашла! Вот знак, смотрите. Может,
это ошибка какая-то. Ребят. Пока. Бывает. Удачи. Ну что дальше вообще? Не знаю, интересно. Я единственное, что знаю, что я выиграю. Посмотрим еще, кто выиграет. Вы не понимаете, все испытания либо на удачу, либо на силу. А у меня и силы, и удача прокачивают. А у меня тоже удача есть. У меня тоже удача, я так что посмотрим. Каждый игрок выбирает ту фигуру, которая попалась ему в предыдущем испытании. Это мой. Кружок. Я, пожалуй, вот сюда. У каждого из игроков 3 минуты на то, чтобы иголкой вырезать нужную фигуру из сахарной соты. Каждая фигура находится в коробке под знаком. Круг. Треугольник. Звезда. А чё мы медлим-то? Уже же все началось. Быстрее. Так. Я думал, это будет проще. У вас тоже не получается? Я не думала, что они такие хрупкие. Не, дай, а можно еще? Ну там еще есть. Я могу еще попробовать. Может еще есть попытка? Ну и меньше конкуренции. Игрок 001. Выбывает из игры. Как же так? Ребят, смотрите, у меня почти получается. Главное, чтобы она дальше не треснула. Ребята, вы посмотрите, полпути пройдено. Свет, ты не торопись, все равно проиграешь. Осталась 1 минута. Че вы вообще пришли? У нас еще 1 минута. Ну-ка, мне вы точно зря пришли. Я почти справился. Да я тоже почти справилась. Ребята, вы посмотрите, остался маленький кусочек. Получилось! Все получилось! Круг, ровный круг, как и на листочке. Спокойно, у меня получится. Сейчас. Мне чуть-чуть осталось, подождите, пожалуйста. Почти идеальный треугольник. Все, я вырезала. Во-во-во-во. Свет? А? Ты где? Я охранник тут. Этот. И что дальше? Я не знаю. Эй, куда вы нас привели? Свет, ты видишь что-нибудь? Нет. И я нет. Свет, Света, кукла. И что нам делать? Ну, ждать, наверное, этого в черной маске. В этом испытании победит тот, кто первый доберется до головы кальмара на одной ноге и расплескает меньше воды. Это мы теперь друг против друга. Получается так. Если что, мне было очень круто с тобой играть. А мне нет. Ну что, ты готова? Всегда готова. Последняя игра. Вообще очень классно, что мы с тобой именно вышли. А сейчас будет еще классней, когда я выиграю. Самоуверенный. Игроки, на старт. Внимание! Я первый! Да! Я первый! Все! Соточка-то моя! Нет, ребята, ну я же первый! Я первый был! Ребят, я смогла дойти до конца игры! В смысле? А где мои деньги? Куда вы меня вообще ведете? А что? А где мой приз? Ну я же выиграла! Деньги, ребят, это мой приз! 100 000! Ребят, у нас сегодня на канале Луномосик была очень классная
кальмара! Если тебе понравилось, то ставь